Всем добрый вечер, друзья. И снова я в эфире. Буквально, ну, может, час назад я была в эфире, и вот снова решила, извините за тавтологию, сегодня речь пойдет о книгах, ну, кулинарных. Вот такие книги хорошие. И мне их много, поэтому я решила поделиться. Ну, в том смысле, что если кто-то захочет приобрести, то все координаты будут в описании у меня. Начнем вот с этой книжки. Книга «Энциклопедия домашней кухни». Современный вариант. Не глянцевая. Описание. И картинки. Такая книга. Книга о вкусной и здоровой пище. Тоже современный вариант. Не глянцевая. Так. Книга «Гурман». Все книги большие, не маленькие. Тоже не глянцевая. Готовим легко и быстро. С помощью микроволновки. Глянцевая книга. Мне очень понравилось. Очень подробное описание. И хорошие картинки. Смотреть можно только на сытый желудок. Кулинарная сокровищница. Тоже посмотрите, какая красочная. Салаты. Ну и здесь идет огромный выбор салатов на любой вкус. Вот так вот коробка. Миллион меню. Наверное, многие встречали такую книгу. Посмотрите. Тоже очень интересная она. Вот. В трех таких рядах. 100 супов и закусок. 10 основных блюд. Ой, 100 основных блюд. 100 десертов. И вот пошло оно все вот так вот. Кому интересно приобрести, пишите, звоните. Православная кухня. Ну, самая обычная кухня наша. Считается православная кухня. Не глянцевая. Необыкновенная кулинария. Тоже очень красочная. Очень. Прям любо посмотреть прям. Искусство домашнего консервирования, энциклопедия домашних заготовок и книга о консервировании. Все подробно описывается. Там и о заморозке овощей и фруктов. В общем, книг много. «Садовые цветы» – большая книга. С подробным описанием все. «Тысячи прекрасных растений в вашем доме». Тоже очень большая, толстая книга. Если кто захочет, я подробно могу сделать ролик о любой книге. Вот попалась «Стрижка собак и уход за их шерстью». Может, кому-то будет интересно приобрести такую книгу. Или же, кто приедет, что-то купит у меня из вещей, я подарю книгу о собаках. Вот такие книги у меня есть. 3. Книга о вкусной и здоровой пище. Я знаю, что они дорого продаются, но у меня они всего по 500 рублей. Вот эти все остальные книги, о которых я говорила ранее, я могу по 250 рублей предложить. Вот это самая старенькая книжка. Вот такая вот книжка, не знаю, 50,
55-го года. 53-го. Вот эта серенькая книга. Да, 53-го. Ну, вот как-то так. Вот такие мои книги. Хорошие, прекрасные. Но у меня есть одна, ее достаточно. Поэтому это для меня много. Ну, все, всем хорошего вечера. Хорошего настроения. Всего доброго. Подписывайтесь на мой канал. Будет очень много интересного еще впереди. Всем пока-пока.